Мэр Магадана Юрий Гришан посетил школу-детский сад в поселке Снежный. Городоначальник проверил, как идут занятия у малышей. Кроме того, глава города посмотрел рождественский концерт юных артистов. Как отмечает сам Юрий Гришан, он впервые в саду после того, как ушли строители. Учебно-воспитательный процесс организован хорошо, отметил глава муниципалитета. Я рад, что сегодня мое посещение совпало и с крещением Господним, и дети готовились к утреннику. Вот и рождественский концерт я с удовольствием послушал. Здесь прекрасный коллектив. Я думаю, что ничем сегодня школа в поселке Снежный не отличается по содержанию образования, по качеству дошкольного образования, начального образования от тех школ, которые в городе. Но по условиям, конечно, это современнейшие школы. Напомним, строительство школы детского сада вели в рамках реализации национального проекта образования. Торжественное открытие состоялось в сентябре. Рассчитана организация на 50 учеников и 30 дошкольников. Планов на благоустройство самого поселка много. Остановку для школьного автобуса сделали внутри Снежного, чтобы не подвергать риску детей. Собирается также перевести на эту остановку и пассажиров, которые ездят по маршруту номер 5. В Снежном живет много детей и подростков, поэтому подведомственные мэрии организации вместе с губернатором Колымы собираются сделать стадион для молодежи. Строительство планируют начать уже летом.